Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет мастер-класс в технике оригами «Змея Скоропея» по сказке Бориса Шергина. Для мастер-класса понадобится 7 разноцветных квадратиков размером 10 на 10 сантиметров, клей, бумажные глазки и язычок. Берем первый красный и предпоследние синие квадраты. Складываем квадрат пополам. А затем раскрываем. Загибаем правую и левую стороны к линии сгиба. Теперь загибаем верхние уголки к линии сгиба. Получившийся треугольник отгибаем назад. Переворачиваем и отворачиваем уголки. И раскрываем квадраты. Чтобы получилась вот такая деталь. Берем синий квадрат и проделываем то же самое. Теперь берем оранжевый, желтый, зеленый и голубой квадраты. И начинаем также. Складываем квадрат пополам, загибаем правую и левую стороны. Загибаем верхние уголки к линии сгиба. Теперь загибаем нижние уголки. Отгибаем назад оба треугольника. Переворачиваем. Раскрываем уголочки и выпрямляем их наверх. Все то же самое проделываем с оставшимися тремя квадратами. Из фиолетового квадрата мы делаем хвостик. Складываем квадрат по диагонали. Раскрываем его. И загибаем верхние стороны к линии сгиба. Затем загибаем нижние стороны к линии сгиба.
еще раз загибаем верхние стороны. Берем красную деталь, загибаем уголки. Переворачиваем, берем оранжевую деталь, и прикрепляем их друг к другу с помощью прорезей. Загибаем уголки центральной линии. Раскрываем боковые кармашки и просовываем уголки туда. Переворачиваем и проделываем то же самое с другой стороны. То же самое делаем с остальными деталями. Осталось соединить хвостик. Переворачиваем нашу змейку, просовываем в синюю деталь наш хвостик, загибаем уголки по сторонам, прячем эти уголки вовнутрь. Отгибаем уголки. И заправляем в кармашек. Осталось приклеить глазки и язычок. Наша змейка готова. Спасибо за просмотр!